Всем привет, с вами Манкус, и я начинаю серию летсплеев по игре Майнкрафт. Это мой первый летсплей. И что ж, я думаю, начнем. Появились мы в каких-то странных джунглях. Там у нас уже есть дерево из Тумкрафта. И что ж, немного сборочки. Это сборка у нас с 33 масштабными модами. Как видите, здесь Industrial Craft, Emo Creators, и Тумкрафт 3, и еще куча различных вспомогательных, и не только вспомогательных модов. Так что ж, я думаю, начнем. Как что крафтится, я в принципе не знаю толком-то, но думаю, вы мне подскажете. Если что-то как-то не так. Что, телепашка что ли? Привет! Это что такое? Это у нас. Ага. Так, это, походу, какое-то у нас яйцо делает. Ладно, пошлите, это довольно интересный и странный мир. Этими модами и со всем остальным. Так, если меня будет немного подлагивать, извините, конечно, но все же так, там тут нас умирает. И я думаю, первым делом нам надо выбраться из джунглей, из вот этих что-то джунглей. Хотя нет, давайте сначала туда уже добудем дерево, чтобы как-то развиться нам хоть как-нибудь. Так, я вроде надо 5 дерева, чтобы скрафтить нам полный ассортимент, я так понимаю, да? Или нет? Давай, да. Нет. Дай сюда. А! Это сыбучие пески, что ли? Быстрее. Нет. Фак. Черт-то с два. Что сыбучие пески есть? Оу, реально. Иди сюда. Дайся. Отдайся мне. Так, хорошо. Давайте сделаем для начала верстак. Потому что без верстака-то нам как. И сделаем себе деревянные инструменты, потому что я чувствую, уже у нас ночь настает, а поскольку здесь у нас есть Mo Creators, такой мод, то выжить нам вряд ли удастся, потому что там есть всякие волкодавы, всякие оборотни. Нам это не надо, нам надо выбраться отсюда поскорее. Так, давайте идем вперед. Музычка у нас начинает играть. Я надеюсь, меня хорошо слышно, а музыку нет. Так. Тут одни сыпучие пески у нас. Так, ну дерево, я думаю, тоже соберем. Ой. Не лезь ко мне. Так. И тростничка, побольше нам тростничка собрать. Это без него никак. Так, ага. Это что у нас за такой дан? Так, лиса тут у нас бродит. Я думаю, у нас нет. Вот яблоко нам в самый раз нам яблоко. Это какая-то вода, что ли, получается? Дак. Курица. Так. Что? Из него ничего не выпало. Почему? Ну ладно, соберем тростника. И еще яблок. Так, заманишь меня туда. Ай-яй-яй. Ты добрая? Hello, Snake. Нет, ты добрый. Так, хорошо. Так, ты. Собирайся. Ай-яй-яй. Отстань меня. Кувшинку вот мы еще точно соберем. Потому что мало ли что нас ждет и где мы будем развиваться. Сука, я даже сам этого не знаю. Фух, это что у нас за место-то такое? Ай-яй-яй-яй. Это что? О, маленький грибочек? Серьезно? Вау. Найс. Так, идемте, вон еще курица. Какая свинья? Свинья. Блин, вот реально, мой креатор с такой разнообразным всяких животных добавляет. Барабам, не лезь ко мне. Отстань, откуда ты взялся? Я не хочу знать ничего. Ничего. Быстрее, кто меня бьет? Пирания. Не надо, не лезь. Ух. Если я посмотрю, у меня в серии будут лаги небольшие, то потом в следующих сериях я решу, как эту проблему брать. Что это за джунгли такие? Не кажется ли там что-то золотое? О! Нет. Смотри. Там таинственный лес волшебный. Бежим. По кувшинкам.
Смарт-мувинг есть тут? Нет, смарт-мувинг нету здесь. Его, в общем-то, так, идемте дальше. Лиса, привет, ты нам не нужна. Опять стрекозы. Как нам повезло. Да, ребят, это деревня. Вы видели на карте? Это чертова деревня. Идемте к ней и по пути вот этого мы еще собьем. Иди сюда, иди сюда, свинья. Сюда быстрее, быстрее. Спасибо. Смотрите, какие красивые мухому. Кто убил? Сыбучие пески убивают моих животных. Никому не велено было это делать. Кто это сделал? Один вопрос у меня. Но мы отомстим, кто это сделал. Ладно, идемте отсюда. Быстрее, быстрее. Деревня уже близко. Кабан? Кабан! Трогайте. Нет! Нет! Нет, 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 ничего ты не... Нет, нет, я нашел деревню, я нашел деревню, я нашел деревню, я нашел деревню, я нашел чертову деревню. Отстань, 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 отстань. Давай быстрее, быстрее, чуть-чуть. Давай, Мавкус, ты сможешь до нее добежать. И никакая муха нам не помешает, не помешает. Ух, кажется, мы спаслись. Давайте тогда соберем еды сразу, которая вот здесь у нас выросла. И я не знаю, может быть, правда, здесь поселимся или потом куда-то перейдем. Ладно, ну деревня мне толком нравится. Толком, толком нет. Картошку надо жарить. Картошку не любитель. И вот этого еще соберем. Так, вот это нам в самый раз пригодится. Отлично, отличненько. И посадим ее обратно. Вот уже что-то я собрал. Фух, фух. Everybody dance. Нет. Нет. Нет, что вы делаете? Я сломаю эти чертовы собачьи пески. Зыбучий. Меня это игнорирует. Интересует. Так, хорошо. У меня нету бревен, я так понимаю. Ну, вот это дерево с рубьями, я думаю, оно здесь ни к чему, да? Там каньон. Спасибо, спасибо. Дети, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Слушайте, так а здесь правда красиво. What? Смотрите, как сгенерировалось криво. Ах, уже темнеет, уже темнеет. О боже, так, о боже мой. О боже мой. Быстрее делаем с вами лопату, чтобы никто не убивал нас. И все такое. Чтобы наши жители не умирали. Нам жители-то еще нужны, я надеюсь, или нет? Давай, копайся, копайся. Я моляю. Жители, быстрее все, бегите отсюда. Быстрее. Сейчас всякие мобы придут. Быстрее, я вас умоляю, я умоляю вас. Я вас умоляю, я вас умоляю. Ну. Нет, нет, не будем ее выкапывать, не будем ее выкапывать. Выкапывать не будем. Приветствую вас, жители мои. Так, 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 так. Так, где бы мне бы спрятаться самому бы. Вон уже зомби идут, уже зомби идут. Зомби идут, зомби идут. О! Ух! Не пройдешь. Ты взялся. Беги, беги, быстрее! Беги! Ай, черт! Ай-яй-яй, давай. Нет, ты убил жить! Ты убил жителя! У меня сломалась кирка! Та-та-та-та-та-та-та! На-н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 а. Нет, блок, блок. Нет! 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 Никого не убивайте! Я умоляю вас! Нет, 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 ну нет, ну я умоляю вас, идите сюда, злобные черти. Я вам сейчас покажу, давай, ломайся. Так, никого не убивайте сейчас, сейчас, мои друзья. Черт, я верстак не забрал, ай-яй-яй, как опасно там у нас. Так, нет, сюда, верстачок мы с вами сделаем и отправимся... Вниз. У нас больше нет выхода.
и добудем с вами немного камня. Камень у нас тут, слава богу, даже в доме имеется. Но все равно нам нужен камень, поэтому придется из... О, боже. Ой. Вы, я надеюсь, не слышали, какие терзающие звуки сейчас были. Кстати, ачивка нам далась, и это просто все замечательно. Кстати, насчет ачивок, что здесь у нас по ачивкам? Алмазы, эмеральды, драконы, яйца. Ну, все как обычно. Industrial Craft 2. Так, у нас тут... Ух, ежик ты мой. Корявый. Так, и вот тогда тебя еще добудем. Спасибо за камень. Спасибо за камень. Ты всегда выручала нас в этой деревне. Теперь нам пора как-то разжиться и убить. Убить всех этих тварей, которые убили моих друзей, моих жителей, с которыми даже не познакомился. Так, а палка нужна. Палка на палку. Так, что хотел сделать? Меч. Меч. Это вообще, это прям number one, то, что нам надо. Number one вещь. Просто это вообще просто пипец, какая нам нужна. И просто пипец, нам нужны как палки. А из палочек мы уже с вами сделаем топорик. Топорик нам тоже пипец как нужен. И что ж, нам надо развиться, я думаю, как метки поставить. Б, нет, японец, нет, 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 серьезно? Нет. О, С, 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 С. Хоум. 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 Вперед на встречу приключения. Кто там мою деревню грабил? Кто убивал ее жителей? Ну-ка, выходи. Ну-ка, покажись. Покажи. Вау. Он светится? Не знаю. Нет. Видели? Это оборотни. О боже. О боже. Нам с вами не выжить. Солнце еще даже не в зените. Что? Что? Ты говоришь? Блин, ну нет. Ну нет, ну не могли они всех убить. Я не верю. Опа. Опа. Ребята, сундук. Ух ты, так это... Так это нужны вещи. Это из Томкрафта. Они вправду нам нужны. Нет, вот лучше землю поставим. Вот не зайдете сюда, никто не зайдет. А я наверх поднимусь. Тут вообще безопасно. Все. Так. Что у нас по разведке? Да блин, не то жму все время карту настраивайся. Так, так. Мне кажется, ли деревню уничтожит. Алло! Жители! Жители! Нет. Кажется, мы выжили одни в этих суровых испытаниях. Песок? Песотик! Уху! Да, нам то, что самое нужное, кстати. Может быть, мы там найдем песчаную башню. А уже из песчаной башни можно там и алмазы найти. Так, стекло нам точно не нужно? Нет, нужно. Уйди. Так, пауки злобные, я надеюсь, к нам не придут. Но они нам... И ни к чему паучки эти проклятые. Ах, здесь страхово-то. Не хочу я выходить, меня еще убьют. Я фигня... Идиот? Что это такое? Это что? Призрак? О боже мой. Ну что ж, дорогие друзья. Я думаю, на этом мы с вами закончим. Я, к сожалению, не засек, сколько по времени шел вот этот эпизод, вот этот ролик. Но я надеюсь, он был не короткий. С вами был Мавкус и Майнкрафт с 33 модами. Всем удачи, всем пока. Ну а в следующей серии, я думаю, мы будем продолжать развиваться в этой деревушке. И она уже у нас не выжила. Это очень обидно. Да что ты делаешь-то, Катрел? И да, с вами был Мавкус. Всем удачи. Всем до нового ролика.